Народ, всем привет! Я продолжаю тестировать вот этот вот неуправляемый мяч со смещенным центром тяжести, который мне сделал мастер по ремонту мячей. Кто не видел предыдущие ролики, они будут по ссылке в описании, обязательно посмотрите. Если вкратце, тот мяч со смещенным центром тяжести, который летает просто по невероятным траекториям. Сегодня по этому мячу будет бить человек, чье имя просто запрещено произносить во вратарских кругах. Парень, который сломал все стереотипы, штанги и перекладины. Это, естественно, Гео, дамы и господа. Также помогать ему сегодня будет та самая легендарная левоногая пушка Канан. Они будут лупить по этому мячу. Какие будут траектории, мне сейчас даже страшно представить. Вот, также у нас сегодня подключится новый кипер. Плюс будут еще обычные мячи Джибулани. Сравним также этот мяч с ними. В общем, пройдем хорошую ударную серию. Фух, посмотрим, что из этого выйдет. Ты вратарь у нас, правильно получается? Правильно, да. Играл в Академии Локомотива. Да, ЦСКА, Строгино. Сколько лет ты занимаешься футболом? 9 лет. Когда я тебе написал, то, что сегодня будут удары опасным мячом, не напрягся ли ты? Не подумал, что ну его нафиг? Нет, конечно, я с удовольствием принял приглашение. Нет, ребята, ногу, что-то ногу с поля выносит. Что-то мне уже страшно становится. Ну так вот, видишь, у нас здесь ноги что-то уносит. Сегодня, возможно, твои руки придется уносить. Ну, надеюсь, что нет. С кем? С Гео. Да ну нафиг. Ты каждый раз появляешься. Он только зашел на поле. Ребята, дайте ему хотя бы связать шнурки, я не знаю. Нет, мы не разрешаем. Просто вас я тут почти каждую мою. Да я тоже тут каждый второй меня видит, плюет у меня уже. Я уже всегда стал тут. А вот этот человек. Боже мой. Человек. Я извиняюсь. С твоих уст я услышал слово человек. Нелюдь, извиняюсь. Охренеть. Чего? Я просто не понимаю, столько сейчас пушечной силы в кадре. Что у меня уже батарея перегрелась. Ну и все, скоро сядет. Это что происходит? Хороший. Тебе понравилось? Где? Одобряет он? Что именно? То, что мы будем бить. Вот какой интеллектуальный диалог сразу начался. Какой? Давно хотел рассказать вам, что у МТС появился новый нетариф матч-премьер для таких же любителей футбола, как и мы с вами. В одной этой подписке собрано все. И мобильная связь с безлимитными мессенджерами, и музыка, и кино. И как вы уже, наверное, поняли, доступ к каналу Матч Премьер. Я могу смотреть футбол с 5 разных устройств, где удобнее. А могу просто попасть в 9, так тоже удобно. А еще приятным бонусом является 20% кэшбэк за связь и дополнительные сервисы. Сезон РПЛ уже стартовал, не пропускайте ключевые матчи, подключайте нетариф матч-премьер по ссылке в описании, настраивайте его под себя и болейте за любимую команду. Что ты сегодня ждешь от этого неуправляемого мяча? Я жду, что смогу им чуть-чуть поуправлять. Как ты думаешь, получится ли у тебя смачная траектория этим мячом? У меня любым мячом смачная траектория получается. Ты себе уверен, я так понимаю? Нет. С одной стороны, там смещен центр тяжести за счет железки. Тебе самое главное, когда мяч летит, ни в коем случае кулаками не отбивать. Поэтому максимально аккуратно, я думаю, жесткими ладонями, да, где-то ты можешь там попробовать дотянуться, отбить. Как правильно бить по этому мячу? Вот здесь ты видишь, есть вот такая херня. Угу. Надо ей на себя ставить. Ну, например, же железкой. Да. Надо четко вот противоположной стороны вот так ставить, прям четко вот этой. И он тогда, ну и мяч прикольно начинает лететь, и все ок. Это произведение Вивальди, новая симфония. Это вот засох. Чука, ну как тебе хруст ноги Гео? Я в шоке. Хотел бы себе такой? Не. С тобой три корочки не связывались еще, кстати? Со мной связывался Хрустим. Хрустим? Да. Ты Хрустим стоишь? Хрустим вместе, да. Они сухариками, я коленями. Хорош. Ой.
Да ну нахрен. Это что за хуйня? Как так можно было попасть? Я сейчас в академиях так сбивали. Что он творит, а? Что делал? Как у тебя удар сегодня? Великолепный, как обычно. 100 из 100 попадаю, все в девятку. Потом я пишу в комментариях, что мол, ой, а как так? Оказывается, это у вас нарез. В смысле, какие нарезки? Не понял, подожди. Там даже срезок не видно. Ну, я про это и говорю. Там же видно, ну, мы, там никаких срезок. Каран! Все, у меня нет сил перебить. Нет сил, это он рофлит. Ох, дед, куда ты молодец с такими фразами? Надо бы сказать. Руша пошла. Когда грудь? Педро Роша не в форме. Педро Роша. Давай, Геаур. Ёпт. Давай еще один. Такой свист вообще просто страшный. Вы что, хотите перекладину сломать? Ребят, хватит ломать ворота, успокойтесь. Блин, давай еще один. Что-то ты под конец раскрываться начал. Праздник. Ой, ебать. Я с самолет вообще жизнь была. Ну, смотри, где вот тут. Очень качественно, по технике правильно, грамотно достаешь мячи. Вообще красавец. Я удивлен. Вообще тебе прям реально респект. Было, ну, несколько неплохих ударов, прям сам удивить, поэтому очень понравилось. Что, будешь вообще еще приезжать так? Да, конечно, я с удовольствием. Мало ли, может, там думаешь, не, ну их нафиг, что они творят. Все понравилось. Железными мячами какими-то бьют. Слушай, ни разу в итоге мяч что-то не прилетело, ничем да больно не было? Не, все было нормально. Фух, ну главное, ты прям иногда переживал, конечно, боялся, что сейчас отобьешь не так. Ну. Не, старался все как бы аккуратно делать. Какие твои впечатления, что скажешь про неуправляемый мяч? Конечно, летит более неуправляемый, чем всякие спецелы даже, джабулани и так далее. Даже еще более непредсказуемый, чем джабулани? Ну, конечно, ты бьешь по нему, и звук как будто бьешь по волейбольному. В целом летит примерно так же, как в волейболе. Как ударная серия, как новый кипер. Кипер красавец, ударная серия так себе. Что скажешь о Канане? Достойную замену тебе нашел? В плане именно интеллектуальном и во всем остальном? Ну, явно найти замену в интеллектуальном плане мне нельзя, потому что тупее меня просто невозможно найти человека, поэтому... Слушай, ну Канан старается. Мне кажется, недостаточно. Чьи удары тебе запомнились больше всего? Ну, я думаю, все хорошо били, поэтому... Все ну, деревья сбили, да? Да, поэтому... Ну, гео, наверное, были... Ну, самый жесткий, ну, да, самый вообще, жесткий, конечно. Да. Если попадал, то до свидания. Как тебе вот этот мяч неуправляемый? Ну, чувствуется по сравнению с другими, с джабулани? Ну, да, разница, чувствуется, он более какой-то тяжелый, наверное, и иногда было страшно его отбивать, потому что, ну, надо с ним быть аккуратней. Да, согласен. Ну, ты красавец, я говорю, на самом деле, грамотно. Когда нужно, и не брал его, когда нужно, аккуратненько отбивал. Красавец, в общем, тебе респект, спасибо, что приехал. Спасибо. Все, буду тебя еще звать обязательно. Спасибо. Что, Канан, как тебе неуправляемый мяч? Хороший, непонятно. Лучше, чем джабулани. Летит. Все. Все, огонь вообще. Я устал просто. Ну отдохни, тебе нужно передохнуть. Я не спал, и я там чуть такой вяленый, сушеный. Сушеный-тушеный.